Добро пожаловать на третью тему лайф-семинара. Сегодня мы поговорим о том, в чем смысл жизни. На предыдущих двух темах мы говорили о том, как быть счастливым. Мы говорили о том, что материальное обеспечение, здоровье, хорошая семья – все это положительные вещи, но сами по себе они не делают человека счастливым. Лишь только взаимоотношения с Богом открывают путь к вечному счастью или к счастью, которое не зависит от обстоятельств. Также на второй теме мы говорили о том, почему происходят негативные вещи, почему Бог допускает какие-то несчастья. Также говорили о том, что Бог дал человеку свободную волю, и в большинстве случаев те злые вещи, которые происходят в этом мире, они являются не причиной того, что Бог допустил, но причиной того, что человек использует свою свободную волю для достижения своих эгоистических целей, при этом в ущерб интересам других людей. Но наша свободная воля – это огромнейшая привилегия и приобретение, потому что с ее помощью мы можем открыть для себя взаимоотношения с Богом. Мы можем принять те взаимоотношения, которые Бог предлагает нам для того, чтобы найти источник вечного счастья и для того, чтобы мир вокруг нас он изменялся к лучшему. И сегодня мы поговорим о том, в чем смысл жизни. Это, казалось бы, философский вопрос, но если мы разделим его на три небольших вопроса или разобьем его на три небольших вопроса, на которые мы дадим ответ, то этот вопрос, в чем смысл жизни, станет совершенно не философским, но очень практичным и определяющим нашу сегодняшнюю жизнь. Итак, эти три вопроса. Откуда я пришел? Откуда я появился? Второй вопрос – это куда я направляюсь или что будет после смерти. Жизнь каждого человека заканчивается, а что дальше, что после. И третий вопрос, что мне нужно делать в этот отрезок жизни, который я нахожусь здесь на земле. Ответив на эти три вопроса, мы по сути для себя дадим ответ на вопрос, в чем смысл моей жизни, для чего я живу. Сегодня мы можем заметить, что большинство людей – они видят смысл своей жизни в том, чтобы жить для себя, ради своих интересов, ради достижения своих собственных целей. В чем это выражается? Некоторые живут в поиске любви всей своей жизни. Они из одних взаимоотношений приходят в другие, и находя недостатки в своем партнере или создав уже семью в муже или жене, переходят в следующие взаимоотношения, оставляя прошлое. Такие вещи, как верность, посвящение, они отходят на задний план, потому что кто-то говорит, нет, я в этих взаимоотношениях не чувствую себя счастливым, поэтому я пойду искать счастье где-то в другом месте. Сегодня другая, также очень популярная и часто слышимая тема – это достижение и успех. Как быть успешным, как достичь чего-то. И сегодня многие люди видят смысл своей жизни в том, чтобы достичь каких-то высот, в том, чтобы добиться успеха, быть успешным человеком. И также многие люди, они живут ради развлечения, в поисках новых ощущений, новых чувств. Кто-то проводит время постоянно на вечеринках, в клубах, или кто-то проводит время со своими друзьями или знакомыми, занимается экстремальными видами спорта, или просто находится в поиске ощущений, в поиске того, как бы я мог развлечь себя для того, чтобы заполнить свою жизнь. И как, в общем-то, наше общество пришло к тому пониманию или к тому, что каждый человек, в принципе, он стремится жить ради себя. Как мы пришли к тому, что, как общество, как мы пришли к тому, что люди живут ради самореализации, реализации собственных желаний. В 18 веке прусский король Фридрих Великий сказал такие слова, которые были революционными на то время. Он сказал: «В моем государстве каждый волен достигать блаженства на свой манер». До этого короли или правители, они, собственно, определяли то, как люди мыслили, или то, какую религию они выбирали, или какие-то жизненные принципы, которые превалировали в том или ином государстве. Но король Фридрих, он сказал о том, что пусть каждый выбирает свой путь.
И, конечно, это было революционно, это было время, когда он сказал, что двери открыты для всех, но, с одной стороны, вот эта свобода выбора, она принесла что-то положительное, но, с другой стороны, также, постепенно развиваясь, это привело к следующим вещам, которые, или характеристикам, которые сегодня мы можем наблюдать в наше время. Первое, это отвергается сегодня существование какой бы то ни было абсолютной истины. Сегодня мы можем часто услышать, как люди говорят: «О, у тебя своя правда, у меня своя правда. Это работает в твоей жизни, но у меня все по-другому». Сегодня теряется чувство солидарности и общности. Люди все больше живут ради себя, ради своих интересов, преследуя свои цели. И реализация собственных желаний кажется единственным смыслом жизни. И человек, он преследует свои цели, свои планы, он живет ради себя. Но если мы посмотрим на эту жизнь, которая вращается вокруг реализации собственных желаний, то мы увидим, что это является очень шаткой платформой для построения семьи. Потому что если в семье два человека, они будут искать только своего, тянуть одеяло каждый в свою сторону, то очевидно, что эта семья не сможет продолжать свое существование без того, чтобы найти какой-то компромисс и пойти на уступки друг другу. Точно так же в любом коллективе или обществе невозможно строить взаимоотношения или созидать что-то, если каждый преследует только свои личные интересы. И у нас, конечно же, есть наша свободная воля. Мы имеем право выбора, и мы имеем право определять, в каком направлении должна развиваться наша жизнь. Но мышление нашего времени, оно не дает нам ответ на вопрос, в чем же смысл жизни, для чего нам нужно жить, для чего дана нам жизнь. Но это не означает, что этого смысла нет в общем. Или этот смысл может быть у одного свой, у другого другой. Есть те вещи, которые относятся к каждому человеку. Если мы обратимся к Библии, то мы увидим слова Иисуса, которые Он обращает к каждому человеку. Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит о Себе, о том, что Он истина. И Он не говорит о том, что это истины или что-то во множественном числе, но Он говорит об одной истине. И также Он говорит о том, что Он Сам является путем к Отцу. То есть Иисус говорит нам о взаимоотношениях. И еще один стих из Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит, что жизнь вечная заключается в том, чтобы знать единого истинного Бога и посланного Иисуса Христа. Библия говорит нам о том, что смысл нашей жизни мы можем найти в познании Бога. Когда мы познаем Бога, когда у нас появляются взаимоотношения с Ним, то мы можем тогда для себя открыть смысл жизни. И, конечно же, кто-то скажет: как можно познать Бога? Разве это возможно? Но давайте мы посмотрим на несколько сфер, в которых мы можем увидеть Бога, или как мы можем познать Его. Первое – это, конечно же, через чудеса Его творения, через жизнь, которая окружает нас. Библия говорит нам, что Его невидимая, Его вечная сила, они от создания мира видны через рассматривание творений. Когда мы смотрим на окружающую природу, на мир, который окружает нас, то мы видим, что он создан с удивительной мудростью. И все совершенно вместе совмещено, все работает таким образом, что мы, наблюдая за природой, особенно если мы отправляемся в какие-нибудь места, выезжая из города, мы восхищаемся красотой гор или озер или морей. И мы можем также, взглянув на младенца, мы можем увидеть чудо рождения. Потому что каждый человек, он уникален, и он не только по-разному выглядит. Мы все не похожи друг на друга, но более того, у каждого есть свой характер. И в этом чудо творения, в этом мы можем увидеть, что есть Творец, который создал все это. Также мы можем увидеть или познать Бога через совесть человека и чувство справедливости. У каждого человека есть внутренняя
понимание, которое заложено у него, понимание добра и зла. Ведь не нужно говорить человеку о том, что воровать или красть – это плохо, и мотивировать это статьей Уголовного кодекса. Но человек понимает внутренне, что это плохо, это нехорошо. Конечно же, если человек постоянно приступает или идет вопреки своей совести, то через время она притупляется. Но у человека есть внутреннее понимание добра и зла, внутреннее понимание того, что хорошо, что плохо. И это свидетельствует о том, что это было заложено в нас справедливым Творцом. Также мы можем познать Бога через религиозное стремление человека. Павел, когда он пришел в Афины, он обратился к философам того времени, и он сказал им о том, что «Афиняне, я вижу, что вы как бы особенно набожны». И вот эти слова относятся не только к жителям Афин, но в принципе по всему миру, во всей истории человечества мы видим, что всегда человек кому-то поклонялся. Он понимал, что есть кто-то выше, что есть кто-то, кто достоин поклонения. И мы по всему миру видим свидетельство этого, видим памятники поклонения. Также мы можем познать Бога через историю христианства и церкви. Иисус сказал такие слова: «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Иисус в свое время он сказал слова, который является очень серьезным заявлением. Потому что, если мы представим себе, 2000 лет назад Иисус, он находился где-то на задворках Римской империи. Он не был никому известен, он не был ни правителем, он не был ни первосвященником, ни религиозным деятелем или каким-то ведущим бизнесменом. Он был просто одним из учителей, который сказал вот эти слова, что проповедано будет Евангелие Царства, которое проповедовал он по всей земле. Это очень дерзкое заявление. Сегодня многие компании пытаются захватить мировой рынок в своей сфере, но это не так-то просто сделать. Но Иисус сказал, что Евангелие будет проповедано по всей земле. И сегодня мы видим, что куда бы мы ни приехали, по всему миру мы можем встретить христиан. Тех людей, которые услышали Евангелие, которое было проповедано им, и которые приняли эту добрую весть. Также мы можем познать Бога через рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Его рождение было предсказано пророками задолго до того, как оно совершилось, и оно произошло в точности с теми словами, которые были написаны за сотни лет до этого. Жизнь Иисуса была наполнена чудесами. Он исцелял многих людей, он совершал те вещи, которые можно без преувеличения назвать чудесами. И даже смерть Иисуса, она свидетельствовала о том, что он был не просто человек. Тот римский офицер, который проводил казнь Иисуса, возможно, он видел десятки подобных казней, но когда он видел поведение Иисуса на кресте, когда он слышал те слова молитвы Иисуса за людей, которые распинали его, когда он видел то, что Иисус, или как Иисус вел себя в это время, то для него это было огромным свидетельством, и он сказал, что этот человек поистине был Сыном Божьим. И, конечно же, воскресение Иисуса Христа. Иисус сам говорил о себе, о том, что он воскреснет в третий день. И в то время первосвященники, религиозные лидеры, власти, которые были в Иудее, они, конечно же, хотели бы представить доказательство того, что тело Иисуса, вот оно, он не воскрес, он умер и, как и все люди, был погребен, и вот он находится там, где его положили. Но ни первосвященники, ни римские власти, они не могли найти тело, потому что его не было, Иисус воскрес, как он и сказал. И это, конечно же, еще одно свидетельство того, что Евангелие, оно правдиво. И это то слово, которое действительно Бог оставил нам. Приход Христа был предсказан пророками Ветхого Завета. О его рождении в Вифлееме говорит пророк Михей.
были предсказаны в точности его страдания и смерть за людей пророком Исаии. Пророк Даниил пишет о том, что Иисус, он будет воскресшим и вечным царем. И Иисус действительно воскрес, и как Библия говорит, он царствует. Во время крещения Иисуса Отец сказал о нем такие слова: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Отец сказал об Иисусе слова о том, что он радуется от того, что Иисус, он выполняет ту миссию, для которой он был послан. Иисус является Господом. Его слова, смерть, воскресение, чудеса, которые совершаются и сегодня, свидетельствуют о том, что Бог говорил через него. Библия говорит о том, что Иисусу дана вся власть на небесах и на земле. И мы в своей жизни можем смело доверить нашу жизнь Его господству. Мы можем довериться в своей жизни Ему полностью. И когда мы возвращаемся к тем трем вопросам, которые мы задавали в самом начале этой темы, откуда мы пришли? Библия говорит нам о том, что Бог создал нас, что мы созданы Им. И куда мы направляемся или что будет после смерти? Библия говорит, что каждый человек, он предстанет перед Богом. Но если мы примем сегодня, живя на земле, взаимоотношения с Богом, если мы откроем наше сердце для того, чтобы пригласить Его, то мы предстанем перед Ним не как перед грозным судьей, но мы предстанем перед Ним как перед любящим Отцом, который отдал даже своего Сына ради того, чтобы наши взаимоотношения с Ним были восстановлены. И что нам нужно делать во время той жизни, которая нам отведена на этой земле? Прежде всего, нам нужно найти взаимоотношения с Богом, нам нужно познать Его. И в этих взаимоотношениях мы можем узнать, для чего именно мы созданы, для чего Бог предназначил нам жить на этой земле сегодня, в это время. Почему Он создал нас именно такими, какие мы есть? Потому что Он, как мудрый и любящий Создатель, имеет цель и смысл для жизни каждого человека. Поэтому стоит открыть свое сердце для Бога и познать Его.